Здравствуйте, большая чистка снова с вами. Сейчас мы находимся на полевом спуске возле Волги, где сотрудники городских служб придают нашей набережной еще более цветущий вид. Набережная – лицо города, это знают все самарцы. Самые красивые девушки в мире должны гулять по самой красивой набережной. Чтобы эта идиллия воплотилась в жизнь, здесь и работают специалисты спецремстрой «Зеленхоза». Всего по городу планируют посадить более 20 тысяч цветов. Их привозят из оранжерей. Люди там тоже работают увлеченные. Мы уже начинаем рассаду готовить с декабря месяца прошлого года. В это время высаживаем обычно мы бегонии, пеларгонии, которые вы сейчас видите перед собой. Их посевы проводятся уже в декабре месяце. Потом постепенно, согласно агротехнических сроков, высевают все остальные растения. Ландшафтные композиции творят настоящие мастера своего дела. Значит, чтобы по цвету сочетались, чтобы они сочетались по высоте, чтобы они сочетались по тому, как они вместе существуют, чтобы одно растение не угнетало другое. Каждый мастер на своем объекте знает, какой у него будет рисунок этого данной клумбы, например, клумбы. Эту клумбу он разбивает по шпагату, согласно рисунку, и высаживает, уже знает определенное количество рассады, какую ему взять на конкретную клумбу. Сажать цветы тоже дело творческое, как и ухаживать за ними. Смотрите, вы каждый раз ходите с лейкой и вокруг цветочка поливаете или что? Нет, просто поливаешь рядками. Со шлангом, с машины, чтобы машина была. Сразу со шлангом или как? Сразу со шлангом. Не вымывает это все дело? Нет, потихоньку поливаешь. Не напором, а потихоньку. Каждый цветок для работников, как ребенок. Очень обидно, когда клумбы вытаптывают. Жалко же. Все равно сажали, труд. Не ценят люди. Не ценят? Да, некоторые. А было так, чтобы подходили, благодарили? Да. Что говорили? Спасибо за красоту, за ваше творчество. Весна – романтичное время. Пылкие, но экономные влюбленные частенько подходят к сотрудникам Зеленхоза с просьбами. Вот люди подходят, спрашивают, дайте цветы. Я говорю, вы понимаете, у вас в Самаре миллион с лишним. Если мы будем всем раздавать цветы, нам сажать просто-напросто нечего будет. Обижаются. Чего вам жалко, у вас сколько много? Я говорю, вас 1 200 000, все подходят. Чего, говорю, я первый раз, что ли? Я говорю, один только подошел. Я говорю, вы по счету уже, мы считаем уже, человек 10 точно минимум подошло за час. И спрашивают всем, дайте. Я говорю, вы в магазин не приходите, не спрашивайте, дайте. Казенное имущество разбазаривать нельзя, хотя помятые цветы работники готовы отдать всем желающим. Вот, пожалуйста, можете взять черенок и дома посадить. Она еще лучше укоренится. Просто... Единственное, убирать цветы, чтобы лучше укоренилось. Когда домой приносите, немножко срежете. Можно пока, если вы до дома не дошли, пока мокрую тряпочку завернули. Домой пришли, вы кончик срезали. И вообще сажайте изначально в песок, чтобы лучше укоренилось. Мокрый песок и поливается. И все, никаких проблем, пожалуйста. Рука об руку с дамами набережную облагораживают представители сильного пола Зеленхоза. Помогаете женщинам сажать цветы? Конечно, помогаем, все. Ничего никак, что мужчина сажает цветы вдруг? Нет, ничего такого. Мужчина вся работает, нормально. Сами цветы любите? Люблю. Прохожие не нарадуются, клумбы создают здесь уже по-настоящему летнее настроение. Многие готовы дать совет, как сделать еще лучше. Свет, какие тебе нравятся больше цветы? Лилии. Вот лилии хочет. Розы. Розы. Розы бывают. Вот на Маяковском спуске розы высаживают. Так нравится. Маргаритки какие-то тоже можно. Вот не герань, а маргаритки вот больше нравятся. Они такие приятные, да? Еще можно ромашки. Мне кажется, что еще надо что-нибудь синего добавить, синего, голубого. Потому что красный, белый, зеленый. Вот еще что-нибудь такое прям яркое. Синенького, желтенького. Это очень красиво, нарядно. Вот, ехать никуда не надо за границу, и свой город нужно украшать. Если вы готовы помочь придать городу цветущий вид, если вы высаживаете такую клумбу, например, у себя во дворе, звоните нам по телефону 202 11 22, и большая чистка приедет к вам.